Видно меня полностью? Да, да. Народ, всем привет. Сегодня 11.07.2017, 6.30 утра. Закончил первую съемку. На нее тоже опять проспал, опоздал. Сорян, все нормально. И потихонечку. Там потому что уже почти набралось 10 тысяч человек. Сегодня пока еще без замера температуры будет еще одно видео. Давай забираем. Не отключайся пока. Спасибо моему помощнику. Помощь ручкой. От души. Ай, я без стабилизатора. Поэтому сорян за качество. Я вам показываю просто эту красоту. Температуру воды мы сегодня узнаем попозже. Вообще подумал, может сейчас выложу в другой блок свой, не основной. Хотя нет, я думаю, это заслуживает лайка и кайфа. И смотрите воду. Сегодня я могу зайти поглубже, потому что я не смог удержаться. Вон у нее рыбки плавают. Какая же это красота. Какой же, как говорится, это кайф. Ух. Ну, в общем, такой бодрячок с утра. Приезжайте, заряжайтесь, кайфуйте. О, я нашел крабика. Вон он. Ползет, он меня еще не увидел, смотрите. Ать! Зарывается в песок, наверное. Не зарывается. Медузка плавает, кстати, сразу рядом. Все, вся живность тут, и рыбки, и медузки. Он еще один крабик. И красавчик. Красавчик, ты куда побежал-то? Не съешьте меня. Вот смотрите, рак-отшельник, каких мало стало, раньше их так много было в море. Вот еще один крабик, еще один, смотрите, зарывается. И вот еще один зарылся, тут же вот рыбки. Ах, утро на море, главное ни на кого не наступить. Вот смотрите, рыбка поплыла, видно вам нет ее, я сейчас покажу, она сейчас стартанет. Вон она пошла, вперед. Это мелкая типа, язычок, морской язык, наверное, называется, правильно. Оп! Весь живой мир. Вот другие рыбки. Надо было. Я просто проспал, не взял стабилизатор, не взял лягушку с собой. Сорян, ну будет повод выложить еще второе видео сегодня. Прям их там много, и эфир сегодня будет вообще. В пределах 10 тысяч начинается такой зверский позитив, настроение. Пока-пока. На сегодня пока. Но, точнее, на утро пока хватит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем хорошего настроения.